Доброе утро начинается с открытия ширмочки. Доброе. Вполне доброе сегодня. Привет, котяра. Вот, некоторые пугливые. Не бойся, я тебя не обижу. Ладно, не буду тебя пугать. Давай, пока. Казалось бы, уже 9 часов утра, а город в воскресенье кажется полувымершим. Я всегда считал, что это достаточно эпично, когда футбольное поле стоит на берегу моря или океана. Вот в этих кустарниках я снимал одну из первых своих видюшек с использованием Yamaha Reface CS. И вот на одном из пеньков, пора мешать их деревьев, я поставил GoPro камеру, создав таким образом некое подобие леса, как будто я нахожусь в лесу. Еще музыка была такая таинственная. Очередной черный кот. И опять он меня испугался. Люблю такие лучки еще с детства, когда ты идешь по какой-то тропинке. Пусть здесь даже искусственно все огорожено, но такое ощущение, что это небольшой лес. Я считаю, что здесь открывается очень даже неплохая панорама на весь город и горы, которые его окружают, фактически весь фьорд. Навожу предпродажную подготовку. Когда я выбирал, какую мне хваталку взять, ну, штатив, среди прочих предложений на YouTube я увидел, что для чего может пригодиться этот Joby, так называется эта фирма, которая производит эти штативы. Ну, например, для видеоблогинга, если вы, например, занимаетесь кулинарией. Ну, вот я решил, почему бы и нет, может быть, и приготовить что-нибудь, например, блины. Для этого вам понадобится яйцо, сахар, мука. Теперь нужно все перемешать, ну а потом испечь. Забыл еще про молоко. Погулять, конечно, сегодня очень хотелось, и я еще планирую вам показать город и побольше, может быть, даже архитектуру, какие-то интересные дома. Мне это очень нравится. Стрит-арт здесь в столице практически на каждом углу. В общем, все еще впереди, конечно, нужно составить по-хорошему план на бумаге, иначе я так далеко не уйду. Ну, а, не знаю, перед сном уж или как-нибудь, когда вы смотрите, может быть, утром, порадую вас небольшим коротеньким лайвом на Дигитакте, который у меня был из заготовок, но, в принципе, мне кажется, к сегодняшнему дню, к настроению сегодняшнего дня он подходит. Надеюсь, вам понравится. Все. Кому спокойной ночи, кому доброе утро. No.